Гражданка без гражданства. Карагандинка вот уже несколько лет не может получить гражданство для своих детей. Женщина утверждает, что специалисты миграционной службы халатно относятся к ее проблеме. Однако специалисты по выдаче гражданства утверждают обратное. В проблеме разбиралась Нурила Туржан. Улбике Шарипова – репатриант из Узбекистана. Переехала на родную землю около 10 лет назад. Сейчас женщина имеет статус гражданина Республики Казахстан. Однако ее дети таких привилегий от государства не получили. У двух моих дочерей в паспорте указано, что они по национальности татарки, это по отцовской линии. Из-за этого мои дети не могут получить казахстанское гражданство. А в миграционной полиции нам сказали, для того, чтобы получить гражданство, детям необходимо взять национальность матери. Женщина обращалась в различные инстанции, однако везде ответ был отрицательным. К слову, в миграционной полиции женщине рассказали, что она подала документы слишком поздно. Уже срок действия их вид на жительство истек. Согласно законодательству по статье 377, часть 3, срок, если истек документа свыше 10 суток, уже подлежит административному привлечению. Вот, в связи с этим они были составлены административные протокола по статье 377, часть 3, и наложен штраф на каждого по 20 МРП. А на основании уже действующего миграционного законодательства, если иностранец был привлечен по миграционной линии за административное правонарушение, он не вправе подавать на ходатайство сроком 5 лет на гражданство Республики Казахстан. Куда обращаться еще, женщина уже не знает, однако верит то, что совсем скоро ее дети станут полноправными гражданами страны. Нурила Туржан, Улжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский.